Если вы уже, как я, не знаете, что готовить, то подъехал совет. Раньше я пользовалась сайтом из того, что в холодильнике, он так назывался. Концепция в том, что ты заходишь, вводишь все ингредиенты, которые у тебя есть, и тебе подсказывают рецепты. Или если вдруг что одно там нужно докупить, все равно максимально приближенный рецепт к тому, что есть. Бывает, собирают действительно из таких простых продуктов. Получается очень круто. Сейчас нет того сайта, но есть поваренок.ру и рецепты онлайн.ua. Можете пользоваться, это действительно удобно, тем более на время карантина, когда уже все переготовили. Это и возможность проэкспериментировать, и плюс сразу готовить из того, что есть в холодильнике, и не шляться лишний раз по магазинам, потому что вирус все еще есть. Мой вам совет, если вы не умеете забивать кальян, то не берите его себе, потому что мы вчера забили, потом валялись в кровати, было плохо, надышались блин горелого. Сегодня посмотрели видео, уже думаем, ну сейчас, то же самое. И будем уже курить, у нас там еще две чаши осталось. На самом деле я умею делать кальян, и плюс только видео в Ютубе можно посмотреть и сделать правильно. Но в России какие-то ужаснейшие табаки, где мой любимый щербет или фумари, которые вообще получаются всегда, которые легкие, если не все мега тяжелые. Дикт. В Украине, а точнее в Запорожье, самые лучшие кальяны. Приходишь в заведение, вот в Запорожье 9 из 10 будут классные, а здесь 1 из 10, и причем что стоят они здесь гораздо дороже. Уровень лени, когда вы лежите в кровати и заказываете доставку чипсов, блядь. Я хочу с писички. С печи лисички. Вот они, наши чипсики идут. Моя кися. За 10 минут нам доставили вот все. Там не только чипсы, мы еще воды, сока, всяких ништяков набрали. Бесплатно, бесплатная доставка. Это доставка, называется самокат. И вот вроде бы я вам рассказываю, да, вы такие, а что нам с этого? У нас только Глова есть, и то в Запорожье оно не так хорошо работает. Но... Это настолько легко, просто и быстро, что я очень хочу, чтобы это появилось в Украине. Мы просто... Лежа в кровати, сделали заказ, оплатили его Apple Pay. Через 10 минут это все уже у нас. Вот два пакета. При том, что если бы мы шли в магазин, учитывая, что у нас есть магазин под домом, я бы 10 минут только одевалась. Помимо чипсиков еще взяли кабачки, сметанку, буду делать кабачковые такие оладушки. Посмотрела прикольный рецепт. Оказывается, это просто, и даже ПП, и вообще отличный завтрак.